вами скучно не бывает, Шепард. У вас бывали раньше задания вроде нашего? Чтобы спасать галактику от верного уничтожения? Нет. Но я свою долю приключений отхватил. Помните что-нибудь особенное? Есть немного. Как-то раз меня нанял дипломат Волус. Та еще скотина. Похоже, даже политикам бывают временами нужны наемники. Временами? Да если бы не политики, я бы остался без работы. Они всегда ищут способы забраться повыше. И тот был такой же. Хотел, чтобы я подчистил его прошлое. Убрал старого дружка, который слишком много знал. А старый дружок оказался десантницей Азари. Понимаю, почему вам стало не по себе. Что? Нет. Мы с Алиной были старыми друзьями. Вроде как. Познакомились, когда нас обоих наняли убить одного и того же турианца. Оба хотели успеть первыми. Больше дрались друг с другом, чем выслеживали турианцы. Десантница Азари наемница? Необычно, да? Да я бы не сказал, что это необычно. Наемники всякие бывают. Ну да ладно. Рассказал я Алине о своем контракте. Мы оба долго смеялись. И что вы сделали? Ну, контракт я не хотел терять, но и Алину уважал. Так что разрешил ей выбрать место, где мы будем драться. Она выбрала одну старую сларианскую станцию, которая была базой наемников и контрабандистов. Там бы мы не задели никого невиновного. Она всегда была мягкосердечная. И что произошло на станции? Скорее, чего не произошло. 2 дня я за ней гонялся по всей станции. Все патроны расстрелял. Пришлось грохнуть пару наемников и забрать их оружие. На 3-й день станция уже по швам трещала. Наемники, кто погиб, кто сбежал, системы жизнеобеспечения сдавали. Но я ее догнал. Она заперлась в медлаборатории. Пыталась раны залезать. Крепкая девчонка. Только я думаю, что взял ее, тут реактор пошел в разнос. Еле успел до корабля добраться. Я так понимаю, Азари не спаслась. Я следил за станцией издали. Чтобы она улетела, не видел. Ну а там рвануло. Ничего крупнее турианского яйца не осталось. Я и полетел к дипломату. Сообщить ему новости и получить свои деньги. А на полпути туда Алина мне шлет сообщение. Удачи в следующий раз. Я, конечно, не суеверный. Но если кто после такого выживет, тот достоин пожить. Еще хотя бы сколько-то. А что дипломат? Он же хотел ее смерти. Рассказал я ему всю правду. Что Алина жива и очень недовольна. Если, говорю, хочешь жить, держи меня при себе для защиты. И он вам поверил? Держал меня личным телохранителем, пока не умер. От естественных причин. Проще работы у меня не было. Скучновато, но кредиты есть кредиты. До встречи, Рекс. Шепард. Капитан, я хочу сказать спасибо. За что, Гарус? За все, что вы меня взяли с собой, приняли в свою команду, я многому научился. Я... Спасибо, капитан. Пожалуйста, Гарус. Thank you.
Похоже, это судно заброшено. Наверное, кто-то отключил все системы, кроме системы жизнеобеспечения. Вы это слышали? Похоже на чьи-то шаги. Кто-то подстроил эту ловушку. Корабль может быть заминирован. Говорят, что Джейкоба больше нет, что его мозг не функционирует. Они хотят отключить его от машин. Но во всем мире только Джейкоб имеет для меня значение. Я не знаю, как ему помочь, и это меня убивает. Я чувствую себя такой беспомощной. Черт, как же я зла! Доктор Смит дал мне лекарства, чтобы я успокоилась, но я их не приняла. Я не могу. Сначала надо выяснить, как помочь Джейкобу. Я его не брошу, не брошу!
Этот аппарат поддерживает в нем жизнь. Приборы не фиксируют активность мозга. Он мертв. Это тело — лишь пустая оболочка. Не трогайте его, пока мы не выясним, что именно тут происходит. Вы правы. Лучше пока его не трогать. Джейкоб не выживет. В его мозг слишком долго не поступал кислород. Мы ему ничем не поможем. Разве что дадим ему умереть достойно. Он бы сам хотел этого. Сейчас меня больше беспокоит Джулия. У нее начинается глубокая депрессия. Я дал ей лекарства, которые должны помочь, но все равно лучше предупредить капитана. Мозг Джейкоба не проявляет признаков активности. Мы ничего не можем для него сделать. Он бы не хотел оставаться в живых только благодаря машинам, так что, думаю, пора отключить жизнеобеспечение. Однако доктор Смит беспокоится за реакцию Джулии. Похоже, она не может отпустить Джейкоба. Из-за стресса ее имплантаты нагреваются, вызывая сильные мигрени. Думаю, для всех будет проще, если мы сообщим ей уже после отключения системы, чтобы дать ей шанс... Джулия, что ты здесь делаешь? Почему ты... Вы все сделали правильно, капитан.